планшет Samsung Galaxy Tab A10.1 оказался весьма недорогим. Кроме планшета Galaxy Tab S5i, который удивил тонкостью и легкостью, компания Samsung представила и бюджетную модель Galaxy Tab A10.1. Новинка предлагается в двух вариантах, без модема сотовой связи с ним. В первом случае планшет оценен в 210 евро, а во втором обойдется в 270 евро. Судя по всему, данная модель пока представлена только на немецком рынке. Причем Samsung по каким-то причинам в пресс-релизе решила не указывать большую часть параметров планшета, а на официальном сайте у него пока своей странички нет. Но подробности есть у сторонних источников. Планшет оснастили экраном диагональю 10.1 дюйма разрешением 1920 на 1200 пикселей, однокристальной системой Exynos 7904,3 ГБ АЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Также аппарат получил камеры разрешением 8,5 МП, аккумулятор емкостью 6150 мАч, Bluetooth 5,0, порт USB-C и металлический корпус с пластиковой вставкой. Габариты равны 245 на 149 на 7,5 мм при массе 460 граммов. В качестве операционной системы служит Android Pie с оболочкой OneOS. К слову, напомним, что Exynos 7904 якобы была разработана специально для рынка Индии, но, как видим, и в устройстве для Европы вполне сгодилась.